Всем привет, дорогие друзья. Артур, Артём, Diablo 3. Привет. Ну что, погнали. Да, мы находимся там же, в логове пауков. И вот тут у нас покой... Слушай, а мы сразу, по-моему, появились. Сейчас нас будут лупцевать. А! Покой королевы раны. Это так, чтобы не расслаблялись. Так, ну вообще, пойдем. Покой королевы раны. То есть не сильно изменилось с предыдущей локации. Все те же яйца. То есть, нет, я думаю, сейчас ты же у нас обожаешь пауков еще больше, чем я, так я понимаю. Я обожаю пауков. И вон там спереди, по-моему, нас ждет самый большой паук за эту игру. Вперед. Ну что ж, на этом завершаем, да, серию. Она высасывает внутренности своих жертв. О нет. Слишком поздно. Она уже близко. Убей паучью королеву! Сама справляйся, я пошел. Нихера себе! Так. Ну, в принципе, бьет она, надо сказать, не слабо. Меня спрашивают, почему ты там пассивное умение какое-то не применил? Типа до сих пор не выучил уже серии 3. Оно плюс 3 там даешь чего-то там-нибудь, да? Нет, я такой, пассивное умение? Вы с кем разговариваете? Бля, нору позла. А, тут еще, понимаю, не все так просто. Так, ну, эту дочери. Ладно. Ничего, я думаю, размотаем. Что-то по этой паутине немедленно бегаем. А вон она пришла. Так, надо не наступать на эту зеленую. Я еще не готов. Я ее глушанул. Сейчас пополним. В принципе, неплохо ловит. Если не начнет как-то беситься. Да, извращение каких-нибудь. Да, как там в этом городе было, когда нас начали рвать. Пока что я просто стою рядом с ней и поочередно бью молотком. По левой стороне башки, по правой. Ну, где-то так же. Как гвозди забиваю. Опять дочери не бежали. Шо? Любимые дети, наверное. Да-да. Так, ну, ловит. Ничего не хочу сказать, но, по-моему, она отстой. По-моему, она сейчас, да, гребет. Возможно, даже ногами. Да, возможно, по лицу даже. По лицу. Не, ну у меня звуки такие, что-то разговариваем. Не, а вот лично. Ну, все, вот. Как-то так. Чтобы растворить паутину. Понадобится яд паучьей королевы. Ты можешь не торопиться. Да и мне ладно. Все равно спешить некуда. Ну, в принципе, да, спешить особо некуда. Так, в чем мы подобрали? Да, редкий нагрудный посмотреть доспех. Лут. Потом спасем ее. Подожди, сейчас посмотрим, да? Пара неопознанных предметов. И новая запись. Про паучью королеву послушать можно. Редкий духовный камень его кто может применять? Интересно. Так, ну у меня, по крайней мере, новая жилетка. Уже зачет. Так, нет. Это лучше. Хотя на 3 статов больше. О, колечко какое дали, а? 11 к силе, 9 ловкости, 1 к интеллекту, 7 к живучести. 2 единицы здоровья при ударе, сферы здоровья, короче, какой-то вообще там. Много опять. Ничего не говорит. То есть, в принципе, да. Опять тебе достижение дали. Да что за жизнь такая? Колечко, колечко. Яд паучий королевы. Я туда руку засуну. Отвратительно. Так, Карина. Карина. Карина, вставай. Похоже на эту из Dragon Age 2. А теперь помоги мне выбраться из этого ужасного места. На цыганку похоже. Да, она там тоже в бандане лазила. Ай, на-не-на-не. Это, кстати, единственный персонаж во всем Dragon Age 2, которому я там по сюжету вдул. Не, ну там же этот в основном. Разговариваешь с каким-нибудь бородатым мужиком, и такая любовная фраза там типа: «А что, если like тебя поглажу по коленке там?» Ты такой: «Да, причем она в отношении вот этого гомосни просто переполнена там». Я не знаю, о чем они думали. Заходишь в отель, там первым делом эльф такой типа: «А, хочешь пожахаться?» И три варианта фильмов. Да, да, да. Как в этом, в «Терминаторе» первом, да? Fuck you, asshole. Да-да-да. Так, ладно. Должна признаться, что я чувствую себя довольно глупо. И как меня угораздило. Не сочти меня неблагодарной, но ты что здесь делаешь?
Я ищу человека, похищенного сектантами. Сектанты? Я видела, как они кого-то волокли в замок Леорика. Может быть, того самого человека, который тебе нужен. Но добраться туда — непростая задача. Не могу сказать, что горжусь таким поступком, но я украла у могущественного шамана Хазра посох. Козлоногие разозлились, преследовали меня, и единственным выходом было попытаться спрятаться в пещеру. Этот посох остался в моей тележке на высокогорье. Если отыщешь его и пойдешь с ним к заграждению, которое построили Хазра, тебя точно пропустят. Ну, я надеюсь. Нормально. А, ты еще не точно. Ну, кстати, карманчики проверь сейчас, может, она там что-нибудь у нас подрезала, там, мало ли. Так, а идти это нам куда? Вниз получается, да? Ну, в этой игре, насколько я понял, в плане разветвленности примерно как прямая кишка. То есть не свернешь особо. Да, бежать некуда. Да, но тут к нам опять козлы идут. А я козлы. Круглая козлы, да. Что за жизнь? О, у тебя левел ап? Да, 12. Я тоже посмотрю, у меня там говорят пассивное умение какое-то. А, вот пассивное умение, офигеть. Кусок мяса. Может, не надо. Вероятность найти сферу здоровья увеличивается. На 100% больше здоровья восполняет. Есть остервенение. Вероятность критического удара увеличена на 5. Урон увеличен. Да, лучше вот остервенение. Хорошо. Так, ой, ты... Херасе. Это что было? Ты предупреждай там как-нибудь. Там кратер в земле такой остался. Сделаю еще раз. Что это такое вообще? Это умение какое-то. Волна света. Использовать волшебный колокол, светлый звон которого сокрушает противника. Ну, монах, понимаешь. Это как этот фильм был же, как там? Разборки в стиле кунг-фу, что ли? Ой, да-да-да. Старый фильм, старючий вообще. Ставили колокол и по нему били потом. И там волной сносило всех. Помнишь? Да-да-да-да-да. Старый вообще. Да, я обожал вообще. Какой старый он? Не такой же старый? Ух ты. Не, ну, блин. А сколько ему лет? Ну, лет, наверное, 5. Наверное. А, это значит... А, подожди. Там в конце он дрался с китайцем. Ну, фильм китайский, неудивительно. Да. А, да, тот, как лягушка был такой, прыгал. Я перепутал с фильмом, там, по-моему, разборка в маленьком Китае или как-то так. Там еще, по-моему, этот Курт Рассел снимается. А, да, что-то есть такое. Маленький шедевральная окаменелая палец. Так она, наверное, здоровая такая. Мертвый простолюдин. Они еще написали мертвый, там, низший человек. Недочеловек. За ничтожество вообще. Так тебе и надо, написали бы. Так, ну, в перевал мы не можем, да, и возвращаться. Ну, можно продать что там, освободить инвентарь. Не знаю, у нас же... И так портал есть. Если что. Ну, в принципе, пойдем. Да, сбагрим деньги, наверное, на суперприбыльное предприятие, все то же самое. Да-да-да, за недельку-то прибыли, я думаю. Все еще не прибавилось. Так, сейчас. Только мне новое платье дали. Такое. Так, ну-ка. Ну-ка, сверкани. Смотри, похож на мужчину стал даже. Кое-что особенное. Так, кистево. Сильно, но лучше, чем было. Блин, у меня столько вещей, которые я не могу применить. Их, наверное, тебе надо предлагать. Чё-то как ты. Смотря какие. Ловкая орлиная сфера. Чё это такое вообще? Только для чародеев только. Магия или что-то. Вот, для монахов магическое кистевое оружие 9-8. Это явно хуже, чем у тебя, да? Ну, в принципе, одно такое же, одно чуть хуже. Ну, кидай. Сейчас посмотрим. Ага. А у меня еще огнем бьет. Максимальному. Скорость восстановления духа повышается. О, ну, в принципе, можно. Что там тут? Огонь. Банально. Вот еще одно достижение, пожалуйста. Что за жизнь? Так. Двуручный военный топор на 17 урона. Так, мне сказали тут как-то... А, вот, починить все на героя. Ага, отлично, то я каждую вещь по отдельности чинил. Ты не знал? Я знал. Писали, что я неправильно играю. Ну да. Вообще я не знаю, как до сих пор живо.
постоянно все неправильно у нас. Все неправильно, так, ремесло. Так, я могу еще 2000 потратить. Аналогично. Отлично. Так, ну у тебя там уже 4 уровня, да? Я тебя отставлю капитально. Потому что тратил на всякую ерунду, типа там оружие, обмундирование. А ты все сразу сюда вбухивал. Да, то есть, в принципе, дело-то прибыльное довольно. Народ говорит, что у него можно вещи, вот которые у тебя есть в инвентаре, разбирать и из них собирать что-то новое. Да, вот вторая вкладка снизу. Ну, в принципе, я все продаю. Блин, а нафига магически продавать? Может, их можно разбирать и себе там колотить? Ну да, может. А в следующий раз все-таки попробуем. Да-да-да, все-таки, блин, сколько можно. Так, куда нам нужно? А, вот сюда, перевал. Да. Кажется, дождик начинается. Ух ты, шедевральный окаменелый палец лежит. Я его выкинул, что ли? Что он тут делает? Да просто я его выкинул тебе. Думал, может пригодится. Вот, нифига она. Но урон 1-0, атака в секунду. А у меня 1-20, так что мне быстрее. Там еще капюшон лежит. Я вообще половину вещей, он там 24 золотых лежит, я их не поднимаю. Не особо они. У некоторых бугурты по этому поводу бывают. Так. Опа. Career! Да, вот это прикольно. Не дали. Эпик фейл. О, ты посмотри, это засада была. А ну попробуем. Колокольня. Так, надо прыжки свои вернуть, я понял. Че ты же начинаю? Шаман клана Черной Луны. Так. Не совсем понимаю, чем они руководствовались, когда создавали этот колокол. Ну, как ты этот, ты сидят с похмелья. Чего ну, еще так придумать? Колокол. Ну, 10 лет, елки-палки, конечно. Так, где у нас там был? О, сейсмический удар. Хорошо. Создать разрушительные волны. О, мне нравится. Так, и что дальше? Вместо топота я хочу удар в прыжке. Отлично. Так, ну-ка, сейсмический удар. Нифига. Учись, салага. Кому нужны колоколы? Действительно. Ну, как бы, да, странное решение. Такими колоколами. Ну, ладно. Как-то так. Ты, кстати, ходил на Темного рыцаря, нет? Нет, меня звали вот буквально вчера. Но я вчера никак. Не до Темного рыцаря был. У меня тут Темный рыцарь дома был такой. С ремонтами, с этими. Думаю, на следующие выходные сходить. Да полный темный рыцарь. На следующий выход. Пошел. Ой, опять эти. Просто у нас Россию прокатили насчет него на 10 дней, по-моему, что ли. А у нас в одном кинотеатре вот со вчерашнего дня, а во втором с 26-го аж. Что-то, в общем-то, у них там неразбериха. Фильм что-то хочется посмотреть. О, да. Блин. Какие-то непонятные эти мотыльки. Да, куда немножко, вообще? Немножко больше. О, нашел что-то. Так, а нам сюда, видимо, пещера. И надо. А, ну да, возможно. Плана Луны, уровень первый. Так, сейчас я деньги подниму, а то у меня точно с потрохами сидят. Подожди, ты пропустил алтарь Хазара. Алтарь Хазара? Так, я готов вернуться. Банальный, 7 золотых там, такое что-то. И какой-то предмет вообще. Ладно, заходим. Так, опять твои любимые типы локаций, где все красиво. Да, кругом кишки со стен свисают. Прям представляю дизайнера, так развешивающий. Опять пнял сюда. Нет, сам давай. Ненавижу пауков. Ты их там мощной волной, или как она называется. А, да, кстати, надо попробовать. Благослови, я тоже. Им понравится. Так, здесь у нас отворотик небольшой какой-то. Да? И здесь окровавленный сундук. О, окровавленный сундук. Окровавленные сундуки. Так, коса. О, коса, это мне нравится. Ого. Ладно. Так, сейчас будем косить, короче, и жать. Так, ну. Блин. Прям ужастик. Я же вздрогнул. Та-та-та. А, я заработал достижение. Офигеть. Ура. Отмщение. Ну, я не ждал ничего более такого простого. Конечно, надо там или следующее достижение будет там. Сдирание кожи заодно. Да-да-да. Убийство детей. Нужна ярость. Так, у меня ярости не хватает на это землетрясение. Вот, как она подпрыгнула.
Ну, в принципе, неплохое такое умение. Только живет много. Так, шаман, прости. Пора прощаться. Так машет это косой. Ха, остановись. Блин, это точно какая-нибудь прибьет это бревно. Нафига тут баррикады? Смысл? Нет, ну мне эта локация, кстати, я не знаю, что мне напоминает. Это ад. Не знаю. Напоминает темную пещеру. Блин, как я раньше это думал. Не знаю, меня твой колокол вымораживает просто. Ну не в тему вообще. Так, а я чё? Во, плохой копейка такой. Так. Плохой щит. Шлем неплохой. Ну ладно. Сколокол, не, ну я не знаю. Чел, повышались. Да нормально. Пойду умирает, ладно. На голову такая байда. Это брутально. Убить колоколом. Да даже разработчики Call of Duty все такие достижения не позволяют. Да-да. И этого хмыря. Давай. Блин, козел, уйди отсюда, не мешайся. Я мочу козла, ты мочи эту тварь. Совершеннолетнюю. Все, почти. Готов. Ох, там понабежали. Колокол. Жирная точка. Блин, на меня бревно упало. Я не знаю, даже 80 кило там в голову, мозг не задет. За бревно или... Бревно сломал головой. Ух, нифига, мне дали магический какой-то камень. Куда его нацепить-то? На голову, что ли? Так, блин, мне такие хорошие вещи дают, что прям как перчатки менять все хочется. 18,5 топорище. Нет, вот это круче. Так, подожди. О, офигеть. Какой у меня тесачище. Плотная кожаная мантия, а ну. А, это, блин, не на меня, это на каких-то дрыщей магов. О, какой щит нашел. Прикольно. Так, ты сцен золотой. Я опять все упустил на свете. Ого, расчленило. Мужика. Не знаю, мне больше всего нравилось у меня, когда в самом начале еще было, когда зомби перли. Когда бьешь по нему молотком, и такой фарш улетает метров на 5, а скелет около тебя остается. Вот это, по-моему, зачет был. Но сейчас как-то уже поскучнело, враги просто умирают. Ну, в принципе, вот это неплохо разлетелся. Нога в одну сторону полетела. Не, ну тут... Людей интереснее убивать просто. Да, да. Кишки и кровь. Ох, смотри, смотри. Как-то я не могу найти применение пока что этому сейсмическому удару. Он не сильно их бьет. Так, мертвые ничтожества. Так, там мы все обследовали, всю карту. Ну, да, так-то. Пойдем. Пещера клана Луны 2. Опять, то есть, на входе нас так радушно встречают котлами. Сумка Урика. Ты, кстати, первую часть прочитал. Долго же я постигал премудрости колдовства. Теперь читаю. Наконец-то я буду вознагражден за свои усилия. Сама Магда всех тебе на канал побегу отметила мои заслуги. Она обещала поручить мне особое задание, которое восславит владыку вовеки. С нетерпением жду завтрашнего дня, когда госпожа откроет мне мою миссию. А где первая часть была? А сзади там, недалеко. Ну, если хочешь, можем сходить. Да ладно, я провтыкал, короче. Так. О, распотрал. Еще один никчемный человечишка. Мертвый. Мне, кстати, локация это напоминает фильм, помнишь? Mortal Kombat 1. Тут какого-то 90 какого-то года. И там... Сейчас гору выйдет, да? Не, когда со Скорпионом дрался этот... Там Джонни Кинг, чем-то похоже на тот ад. О, нифига ты. Это что это было? О, целый фонтан эмоций. Не знаю, мне это напоминает фильм такой был. Так, подожди, блин, еще лучше. А нет, тут урона поменьше. Фильм напоминает «Спуск», что ли, назывался. Где они там... Так, сейчас. Девчонки, какие-то альпинистки, пошли в пещеру.
И в пещере на них какая-то хрень начала нападать и по одной жрать. Я тогда так и не посмотрел. Все собирался. Бля, мне дали дуру. С набалдашником таким. А что за набалдашник? Я тоже хочу. Не делай это больше никогда. А что она делает? Это посох какой-то или... Да, посох. Булава. Называется. Трофейный длинный посох пламени. Так, сейчас я отойду. Сделаю так. Нужна ярость. Низун, убийца героев. О, тихо-тихо. А вот ученик катер. Наша главная цель. Бандура этой. Он умер, да? Там козлы идут. Эй, козлы. Пишешь, он не умер, он убежал, вон он. Лови, у него еще мало там осталось совсем. Пока всяких козлов. Не ушел. Блин, ну просто им на урон отбьет. Блин, у меня опять бревно упало. Я сломал бревно. Я приезжаю в стройку. Бабах. Да, там вообще огонь было видео. Так. Короче говоря, что-то лута начал выпадать просто. Блин, кто там такой? Козел. Что-то меня замедлил. Блин, ну не надо вот этого делать. Я не знаю, я боюсь предположить, что там дальше будет. Какой-нибудь автомобиль будешь на людей ранить. Нет, там целая церковь уже. Автомобиль, да? Так, а нет, ко входу не надо. Это колокол, это уже целая церковь просто. Так, баррикада. Баррикада, скажут тоже. О, опять на меня что-то упало, по-моему. Ничтожных ублюдков. Ну или как там? Да. Никчемные людишки. Никчемные вообще. Умершие зазря. Надпись такая, да. Так, ты поймал этого? Да, я уже с него собрал. Я не знаю, что-то лут какой-то хороший в этой серии упадает. Да, действительно, неплохой такой. Так, а чем мы зачем сюда ходили? Честно, я не помню. Ну, как-то нам сказали. Конец, да. Да, мы уже просто все зачистили. Для лута и ходили. Нет, найти посох Хазра. А, ну мы походу это. Не здесь просто. Видимо, не здесь. Просто зашли, почистили. Зашли, сделали свое дело и. Так, мне надо бы, наверное, сходить в город. Да, кстати, можно. Потому что у меня инвентарь забит уже. Оп. Телепорт. Хороших вещей понаупадало. Сейчас много денег под. А, да, кстати, надо попробовать точно. Разобрать. Хоть что это шизно себе представляет-то. Ух ты, сейчас сначала на себя понацеплю. Так, новые сапоги. Нет. Отнюдь. Какие-то летучие эссенции мне дает. Звучит. Я не знаю даже. Так, ну все, остальное можно выкидывать, похоже. Так, как их разбирать-то? Изготовление, разбирание. Разбирание, да. Так, я могу просто правой кнопкой мыши? Нет. Так, ну попробуем, допустим. Обычно не могу, только синий могу, да? Ну да, то что для магических. Да я... Летучая эссенция. Интересно, для чего она? Надо создавать новые какие-то приколюхи. Для изготовления предметов нужно... тут не пишет, что нужно. Так, можно еще 2000 вкинуть. Вот. Я пойду продам все. Ну, я уже как бы вот... Сегодня так, летучая эссенция. Получается, когда кузнец разбирает на составляющее магическое оружие и броню. Щит свой продал. Не надо. Улучшить, создать более мощные предметы. Изготовление оружия. Обучение. А как их? Не знаю, я пока не вижу смысла особо. Так, летучие эссенции, две штуки у меня есть. Получается, когда кузнец разбирает на составляющие магическое оружие и броню. В течение многих веков мастера использовали магические материалы, чтобы улучшать и создавать более мощные предметы. Вот поворот. О, так. Ну пусть будет. Ладно, все. Зарекаюсь. С этого момента я буду
разбирать синие вещи. Потому что мне стало что-то жалко. Так, ну ладно, давай ему отдадим денег своих. Вот так нормально будет. А, тут, видишь, можно к этим стойкам подходить и, в принципе, тут всякие разные там разбирать и прочее. Не знаю, к стойкам подхожу, у меня ничего не происходит. Как совсем? Вообще ничего. А, вот к этому, вот нормально. То есть и не подсвечивается там изготовление оружия? Нет, она подсвечивается, но... А вот теперь получается, у меня что-то, видимо, небольшой баг был, что ли, какой-то. Может, там подлагивало. Соединение, может, что-нибудь. Doesn't matter. Так, ну что, походу мы все-таки зря туда ходили. Ну как, завещаем чисто. Ну да, не более того. Мне больше нравится... О, ты опять я тут пришел. Да вдарим уколотого. Силы слабые. Ого. Ну выглядит круто. Ковровая бомбометание целое. Тут кратер такие. Выглядит круто, но снимает мало. Не знаю, может против кого-то... Тратит много. Да, тратит дофига. Уже самое с этим колоколом. Я лучше поставлю. Да, в принципе, пусть будет. А, ну конечно, 75 оно тратит, а у меня максимальный 150. То есть на два раза хватает, не больше. Ох! Припадок, конечно, очередной. Так, вот шаман. А он получается как... колокол свой надевает на врага, а потом по нему бьет, да? Наверное. Ну да. Варварские какие-то методики. Вопросов больше не имеем. Это исцеление, понимаешь? Изгнание бесов. Опа. А это что за пацанчик? Я думал, это вообще какая-то грязь просто лежит. Я думал, пацанчики сидят. О, вот это вот прикольно. Вот это да. Размозжило кого-то. Да, хорошо. Такое пятнышко симпатичное. О, там опять зверобык. Пойду поздороваюсь. Надень на него колокол. Нет, силы слабые. Ну опять. Это мне нравится. Ля разрывает. Просто в хлам вообще. Это у тебя способность какая-то, да? Да нет, это обычный удар. Просто он критует, походу. Так, тотем. Халк, смэш. Ну да, смэш. По-моему, они нам не рады. Пойдем домой. Мы без посоха сюда не войдем, видимо. А, сюда посох нужен? Да, видимо, тот самый посох, который мы должны сейчас найти. Она же говорила, цыганка эта, что его украла. Ну ладно, сейчас найдем. В общем-то, может быть, с ним его нас пропустят, а может быть и нет. Так, какой-то дом. Почему? А, вот мы его нашли, походу. Весьма. По карте судить. Да, так и есть. Так. Блин, он меня рубает. Да, прям какие-то такие жестокие совсем. Так, а что за дом? Ин золотой. Возможно, он какой-то эксклюзивный там. 1023 года. О, блин, цыганская эта повозка. Ненавижу этих цыган. Как в том фильме. Большой куш. Писки, писки, да. Пять писки. Хорошо, писки, хорошо, семи. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Совсем нет. Но небольшой куш называется вообще, да? Вообще небольшой куш. Так, что-то, блин, по-моему... О, ладно, я не могу ходить. По-моему, надо бежать. Жора, бежим. Понимаешь, что русские сдаются. Ой, сейчас нас долбанут. Ага. Хиляться не забывать. Главное не забывать, что после того, как хилишься аптечкой, и после этого некоторое время не можешь ее использовать. Да. Ну ничего, вроде нормально. Отлично. Так, весь выводок. Вампирский двуручный меч зимы. Ой, я панцирный жилет нашел, это интересно. Тебе не нужен вампирский двуручный меч зимы? А сколько на нем урона? 15-4 урон от холода. Нет, там атака в секунду внизу. 1.30 у меня. А где тут посмотреть, подожди. А, 1.10. Нет, маловато. Стой. Ладно, расщепим его на... Да, расщепляю его полностью.
еще поднял магическое копье. Вот мне оно как-то больше нравится, чем этот бандура посох. Не знаю, мне нравился вид твоего посоха. Он был такой. Ну, он был такой в русском стиле, махал им. А тут полезли эти удобрения. Так, хорошо. А, ловушку надо было пораньше, наверное. Ну да. Мы просто поломали ловушку. Так, слушай, а мы вот сейчас опять тупо идем, куда глаза глядят. А дело в том, что мы уже посох взяли, и теперь нам нужно идти обратно. А. Ты заметил, да? Нет. Отлично. Ну, мы с тобой, как обычно, внимательны. Да-да-да. Максимальная концентрация. Да. Мы в дом этот так и не зашли. А тут закрыто. Так и не зайдем, это вообще склеп, по-моему, какой-то. Да, весьма похоже. Тоже видно рандомно. Похоже, весьма похоже. Так, ну да, только туда бежать. Да, перегонки. Колокол этот не впечатляет. А, смешно это? Хотел использовать свою способность четырскую. О, они сами нам открыли. Сколько радости. Ну, раз способ, он говорит, о, меня ломает. Ломает, хотелось бы понять вообще в чертах, зачем было брать посох, если они все равно напали на нас. Ну, не сморачивайся. Учитывая, что я тут чисто зубами мог разгрызть эти окна, нам идут снизу. Ты просто мог руками поломать напополам эти ворота. Да, ну стал более вежливо себя повел. Блин, эти цветуёчки. Ой, опять. Да, блин, я же поменял этот колокол, срань. Блин, мне не нравится это землетрясение. Ничего не делает. Ну, они смешно подпрыгивают, конечно. Это главное. Но все-таки есть мнение, что это более полезное умение, чем твой колокол. Так как посмотреть. Да как не смотреть. Если его украсть, то оно, конечно. Нет, действительно, какой-то упоротый этот колок. А ты понял, да? Да. Так, мертвый никчемный человек. Убожество. Мертвый зверь. О, вылезли. Где они прятались, интересно. Проснувшая, отреснувшая, окаменелая палец. Кстати говоря, в опциях говорили, есть такая штука, как... Ну-ка, игра... В опциях? Да, тут, типа по подробные подсказки. И там, мол, будет гораздо более интересно описание вещей. Что да чё. Ну, я, в принципе, особой разницы не заметил. Может, там еще что включить? Я включил на диване там, когда в инвентарь залазишь, что приближение камеры. Просто неоднократно отображать. О, дождь пошел, кажется. Или он и был? О, он и был. Нет, короче, вроде там больше ничего нет. Ладно. Неважно. Что там происходит? А-а-а, бревна идут. Гринпис верится. Да-да. Козлов убит. Вырубки леса. Так, не ушел. Не ушел. Блин, я хочу себе уже какую-нибудь тяжелую броню. Я вообще так понимаю, что на варвара там что-нибудь пацан. Блин, опять меня упал. Панцирное что-нибудь такое не получится. Не, ну я видел там, что там бегали в город. Видел там что-то кольчужный доспех. Это, наверное, как варвар. Ой, по-моему, не надо бежать. Нужна помощь. Зеленый, как он не заходит? Да-да-да. Вообще главное, как он не заходить. Так, по-моему, я кого-то свинтил там. Я так быстро спешу без дороги. А, блин, аптечку использовал, наверное. Наверное. Так, все, всех порубаю. А, нет, еще дофига народ там. Желающих хоть отбавляй. Народ просто кровавый пузыри. Да-да-да. Так, новый щит. Клиновидный. Окей. Так. 88. Блин, щиты хорошие пошли.
А сколько у тебя здоровья максимальный? 514 у меня. А где сможешь? А вот на красный, на этот шарик здоровья. Направь. 504. 504. У тебя 514? Ну это, наверное, да, из-за брони там, из-за прочего такого. Это несправедливо. Ну, понимаешь, ты варвар. Тебе не надо много здоровья. Давай без этих, без оскорблений. Я просто житель севера. А, да, окей. Так. Очередной конченый неудачник. Чмо. Просто чмо. Так, кто там долго? Смотри, они, оказывается, бывают такие побольше, поменьше, да? Это хорошо. Было бы важно. Может быть. Ой, я тебя протянуть хотел. Трупы разлетаются еще, оказывается. Офигеть. Ладно, нужно время. Золотых. Ага. Только ни одного золотого, что-то из него не выпало. Нет, целительные нет. Сыромятные штаны. Я маленько трупу еще пораскидываю, да? Пока. А как? Че? Награда за головы Хазара вот в одном из конченных уродов лежала. 1500 опыта. А, вот. И опять местные прощелку. Племена Хазара стали для нас серьезной угрозой. Они нападают на караваны и вторгаются в области, где раньше их никогда не видели. Пожалуйста, помогите нам справиться с ними. За каждую принесенную голову убитого Хазара назначено вознаграждение в размере 25 золотых монет. Так, 25 золотых монет. Так, где мой топор? Ну, хотя, видишь, квест не добавился. Потому что просто как дневничок какой-то, не более. Может быть. Одна моя. Булкатас благоволит мне. Нифига там летают. Потроха. Ты там, как обычно, у нас сначала убиваешь монстров, а потом используешь ловушку на себя, да? Спон там, если вот никто не видел, то так тактически грамотно действовали. Все били ловушкой спон там. Так, у меня есть стальные нервы. Отлично. Показатель брони повышается на 100%. Так, что еще? Ох, башку отрубил ему. Козлоногом. Так, сокрушающий удар еще два раза. О, офигенно. Прикольно. Копье древних. Отмщение. При получении урона варвар получает. О, это прикольно. Редкое я мстительный стал. Нифига себе. То есть до этого. Ладно. Что у тебя там редкое? Редкое кольцо дали. Какое-то. А здесь кольца на обе руки можно надевать, да? Да. А, да, точно. Меня просто все время удивляло с Карими, допустим. Или в Драгон Дорме. Одно кольцо можешь надевать. У меня прям такие смутные подозрения, куда он его надевает. Я даже не знаю. Или сидит такой в окошко вечерами. И долго собака думает, а как, на какой палец надеть. Да, у меня очень мощные стали удары. Он по 3 сразу наносит. Как у Чак Норрис. Нифига у тебя тесак. Только заметил я с ним уже. Да, как-то. Ну я просто приближение нажал. Так, ну-ка. Так, тихо. А, отомщение, оно работает. Вот так. Офигеть, оно рубит. Я что-то страшным человеком стал. А был не особо страшный. Был, да, именно паинька. Так, что-то, по-моему, мне щиплет. Щипит. Так, ну и что, мы доберемся до замка Леорика в этой серии, нет? Не знаю. Так, по идее, мы уже локацию всю, по-моему, прошли. Сейчас уже приближаемся. О, это там еще идти. Ну, порядочно. Чтобы знать, в какую сторону. Да, вон по дороге идем. Ну да, логично, что дорога ведет в замок. Мои раны. Нужно время. Ох, офигеть, он сносит этим своим новым умением, отомщением. Кто-то стену возводит, ты? Нет, я не умею. Я умею их ломать. Ну так, глупо. Так, трофейный, что-то я взял. Мне монашеское дали. Так, хорошо. Ой, давай, как это идет. Древо жизни.
сломал. Я тебя ж сломаю, придурок. Я тебя сломаю. Клоуны, я офигею. Блин, вспомнил. Новая вышла. Так, все хорошо. По-моему, мы дошли уже там наверху, по-моему, все, что нужно для счастья. Ну да. Блин, 10 золотых надо взять. В комментариях опять что-то 10 напишет. 200 комментариев о том, как ты забыл. Как ты мог? Отписываюсь. Отписываюсь, да, вот этого самого парня. Так, я здесь с сепсисом грубым и противным. Я еще не готов. Нагибает. Нагибает? А я без паники убегаю. Там как живой? Я отваливаю. Ох, а я порвал его на мелкие-мелкие кусочки. Так, я сваливаю. За тобой такая гоп-компания. Так мне хана сейчас, аптечки не пополняются. Ща-ща-ща. Осталось тут 0 целых. Да куда ты убегаешь? Да куда ты? Чего они бегают от меня? Остановился маленько. Теперь он от меня бежит. Отомсти ему. Блин, а чё он бегает, да? Потому что он боится умирать. Ох, ох, я, конечно, чё он бегает, видал, как улетел? Супермен какой-то, доспехи бога. А, так, целительная высушенная голова с... целительная высушенная голова со знаком медведя. Хорошо. Так. Так, ну я чувствую, мы не доберемся. Блин, она для колдуна. Так, ну... Да все, мы уже почти дошли там, по-моему. Сейчас посмотрим. Все-таки. Там уже просто пошли на карте, вон, видишь, такие углы острые. Ага. Что-то тебя тихо стало слышно. Совсем? Ну как, нет, не совсем. Ну вот мы, собственно, и дошли. Разве? Ну вот замок какой-то начался. Ну да, так там еще он до точки идти. Сейчас дойдем. Давай, наверное. О, ушел, трехочковый. Так, опять друзья бегут. Вот с этим новым ударом они вообще у меня летать стали. Потом загоняться вот за ними приходится. Да-да. Так, да, давай на... Ты куда там пошел? Да нет, я нечаянно. На... так, блин, там, там женщина бежит. Что-то хочет. Я пользуюсь успехом. О! Ну, о, подожди, тут чмо лежит. Там, там, кстати, дневничок у него, может, послушать. Повелительница, бесконечно рад сообщить вам, что мне удалось развязать языки пленникам из Вортема. Это Магда, видимо, повелительница. Под пытками признания потекли из их уст, словно кровь из раны. По вашему приказу, призыватели готовы вернуть обломок меча. Ваши враги. Так, ну, в принципе, давай, наверное, завершим. Да, на сегодня серию. Завершим. В следующий уже зайдем в замок Леорика. Да, совсем чуть идти осталось, в принципе. Да мы уже пришли, там уже войти просто осталось, мне кажется. А, нет, еще, в принципе, пилить порядком. Ну ладно, короче говоря, это будет в следующей серии. В этой серии мы кого убили? Ну, то есть, самых таких важных. А, королеву пауков избили, бруталы. Так что ладно, увидимся в следующей серии. С вами были Артём и Артур. Всего хорошего. Всем пока. Да, пока-пока-пока.